Итак, закончился наш турнир. Поздравляю всех с победой. Одна общая победа. Все команды выиграли призовые места, молодцы. Лучшим игроком на турнире будет признан Штепер Игорь. Грамотой от спортивной школы и медалькой. Шуропов Кирилл. Улитин Михаил. Третье место по итогу заняла команда Дюша 2. Станица Казахская. Второе место заняла команда Львовской городской гимназии. И первое место заняла команда Дюша Станица Казахская. Награждается дипломом первой степени от Федерации футбола и кубком от Федерации футбола Ростовской области. 10 рейтинговых очков, как и ваша команда. Ребята, сделаем.